На официальном сайте Министерства строительного комплекса Московской области опубликованы контактные телефоны горячей линии по вопросам реализации второго этапа подпрограммы «Социальная ипотека». Льготная ипотека врачам, учителям, ученым и специалистам. Горячая линия организована с целью оказания информационной поддержки потенциальным участникам подпрограммы. В актовом зале Володарской средней школы состоялось расширенное заседание Совета депутатов сельского поселения с повесткой «Отчет главы сельского поселения об итогах работы в 2015 году». Перед началом заседания все собравшиеся могли ознакомиться с фотоотчетом деятельности администрации за прошедший год, расположенным на стендах перед актовым залом. Завершилось мероприятие награждением жителей сельского поселения Володарское почетными грамотами и благодарностями. Пенсионный фонд напоминает, что прием заявлений на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала заканчивается 31 марта 2016 года. Уже более 1500 семей Ленинского района обратились за получением выплаты за время действия федерального закона о единовременной выплате за счет средств материнского семейного капитала, вступившего в силу 2 мая 2015 года. «Спарта» и компания при громкой поддержке домашних трибун оформила уверенную победу над французским «Нантом» и заработала путевку в четвертьфинал Кубка Европы. Соперник нашей команды в 1/4 финала Еврокубка определится 11 февраля по результатам жеребьевки.